Он просто влюбится в женщину искренно и моментально. Вот. Но дело в том, что он понимает, что чувство не постоянно. Чувство любви рождается и потом может очень быстро умирать. Молодой режиссер недавно закончил Петербургскую академию театрального искусства, хорошо говорит по-русски и уже успел поработать в нескольких российских театрах. Дон Жуан для Ролана – это не просто любитель женщин, но и бунтовщик, человек в поисках свободы. В театре у Моста это далеко не первый опыт сотрудничества с иностранным режиссером, погружение в иную эстетику. По мнению художественного руководителя Сергея Федотова, это позволяет актерам расширить профессиональный кругозор. И, конечно, здесь совершенно уникальный проект, потому что только француз может понимать Дон Жуана, только француз может понимать эту стилистику, которая очень неуловимая.